Доброго времени суток всем смотрящим. С вами опять я и турнир на 750к. Эвионной группе новый участник, Бездна. Ну... Видно, что определенные... черты взяты от Солярия. Мелкие кораблики очень похожи. А большой играет роль поддержки кое-какой и отвлекающего маневра, точнее, отвлекающего корабля с кучей щитов. Посмотрим, насколько такое сочетание будет эффективным. Солярий сразу разделяется, как и Бездна. Что-то не похоже, что щитов достаточно. Неразделившиеся куски соляриев действуют в качестве обманки даже более эффективно, чем большие корабли Бездны. Которые начинают получать борта. Хотя и защищенные щитами, но не настолько хорошо, как перед. Видим огромное лазерное шоу. Большинство соляриев сконцентрировало огонь на одной единственной Бездне и уверенно ее пилит. Также еще одна лишилась половины щитов, вообще половины борта. И очень возможно, что сейчас просто лишится реактора. Сами солярии... Но я не вижу, что особо страдают. У меня такое впечатление, что их щиты вполне уверенно держат огонь мелких корабликов, пока по ним не прилетают ракеты. Минус одна отвлекашка у Бездны. Остальные пока далеко. И солярия. Не специально, но потихоньку пилят, собственно, боевых корабликов. Еще одна отвлекающая Бездна потихоньку рассыпается. Похоже на то, что солярии получают преимущество. Ну да, даже рассеянным огнем они потихоньку наносят ощутимый урон боевым кораблям противника. Солярии очень неудачно сбились в кучу. Из-за этого они могут пролететь и по одному уничтожаются врагами сзади и сбоку. И все же солярий проигрывает. Остается всего лишь два корабля,
из этого флота. И уже один. Уже ноль. Переходим ко второму бою. Начинается лазерное шоу. Кстати, отвлекающий солярий. Ах, уже не отвлекающий, жаль. Этот как раз корабли бездны более-менее равномерно распределились между соляриями, и потому их щитов хватает, чтобы держать урон. Да, жалко, что его группа превратилась в такое. Переходим к следующему бою.
Переходим в БМ один на один. Переходим ко второму бою. Совсем немножко не хватило добить до реактора. Солярием пока они не были рассоединены. Переходим к последнему бою. В итоге со счетом 6-0 побеждает Бездна. Всем до новых встреч, пока.